Очень хороший матч был. Два периода мы очень хорошо играли. Инициатива была у нас. В третьем немножко, я не знаю, что случилось, но пропустили пару голов. Вот. Но выдержали матч. Хорошая команда у них. У Нижнего Новгорода они довольно быстро переходят в атаку. Так что тяжелый матч был. Но мы выиграли 2 очка, самое главное. Вам самому, как по ощущениям, каково игралось в первой паре с Ларсеном? Игралось хорошо, чувствовал себя хорошо, но акклиматизация немножко влияет на себя. То есть 2 дня назад только пролетел, вот, акклиматизируюсь, так что потихонечку буду входить. А насколько тяжело входить в сезон вот, после того, как все-таки не начинались команды? Хорошо, чувствую себя хорошо. То есть готовился 3 месяца перед тем, как подписал, то есть чувствую себя хорошо. А торпедовцы проходили не слишком сложную предсезонку под руководством Дэвида Немировски, многие это отмечали, и сейчас они как раз бегут. Вот в третьем периоде они побежали, тяжело было? Я же говорю, да. То есть первые 2 периода инициатива была у нас, в третьем они немножко переломили ход матча, но вы видели, то есть ребята пластались, то мы выжили максимум, то есть и выиграли игру. Ну и как вас приняли в команде? Хорошо, очень хорошо. Многих ребят я знаю, с многими играл, то есть все супер.